Казанском федеральном университете прошла интеллектуальная игра, посвященная 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Три команды из студентов, педагогов и школьников выполняли задания на знание биографии русских писателей и их произведений. Такое распространение информации позволяет более заинтересовывать и студентов, и школьников. Это распространение помогает дольше сохранить память о самих писателях. Произведения такие поднимают очень важные темы, которые сейчас даже в наше время очень актуальны.